Друзья, всем привет, вы на канале «В поисках клада» с Серегой. Ну что, друзья, начинаем тиндерин. Ходить с металлоискателем, сказать всякие разные интересные штучки. Начинаем, поехали. Так, это что у нас такое, ребята, вылезло? Это у нас от бензопилы. Спасайте, кто может! Вот здесь вот насаживалась по краю цепь и ходили и деревья. Пилили, короче говоря. Оставляю здесь, куда мне таскать такую какашку. Вот такая вот, друзья, интересная находочка. Смотрите, видите, шарик. Это не просто шарик, это пуля. Пуля, так называемая спутник. У этой пули вот такие вот характерные нарезы на шарике. То есть вообще считается, что пуля вот эта хороша тем, что при прохождении ствола она, ну, практически не деформируется, и поэтому у нее очень-очень большая точность попадания вот в этой вот прекрасной, замечательной пули, ребята. Так, и куда бы мне теперь податься, ребята, а? А хрен его знает. Опаньки, нормальненько. Вышел я, друзья, вот к такому вот дому заброшенному. Смотрите, как классно сделано, даже перила были, чтобы заходить. Такие железные. Как их еще не сняли, я даже не понимаю. На металлолом. Все стоит, все на месте. Есть. О, домик сам. Ну-ка. Нифига себе. Вот это да, вот это дела, ребята. Дверь закрыта, не? О, смотрите, какая кованая эта самая ручка. Видали? Смотрите, какая красота. Загогулинка какая красивая. Кованье. Ух ты. Так, это у нас подсобное помещение. Вот сам комнаты. Пошли комнаты. Здесь пусто, естественно, все. Тут уже 1000 человек пролазило, кроме меня. О, кто-то здесь железо, смотрите, собирал. Видали? Вон железо наложено от печки. Кто-то хотел уже железо присвоить, но почему-то не вынес. Почему не вынес, не знаю. Тут закрыто. Тут у нас что такое? Тут у нас чего такое? У нас тут комнаты. Обычные комнаты. Ну, по карте здесь стоял старый дом. Не знаю, попробую побегать, но я думаю, что мусора будет много. Сейчас на второй этаж поднимемся. Опа. Ух ты, нифига себе, второй этаж. Сколько здесь мусора. Это ж обалдеть можно. Здесь, конечно, можно было с металлоискателем походить, но надо вычищать. А вычищать здесь надо капитально, друзья. Потому что здесь такой бардак. Такой бардак. Нифига, какой чемодан старый. Древний чемоданчик. Ух ты, только бы не упасть. Старичку Сереже. Ничего себе, друзья, какое стоит дерево здоровое. Не знаю, что это за дерево такое. А, это дуб. По листьям, да. Вижу, что это дубок, ребятки, дубок. Вот они, сухие листья валяются. Смотрите, он цветет, скоро желуди появятся. Ты такой желудь, а не грецкий орех. С другой стороны дуба, ребята, смотрите, какая тут нора огромная. Ты не знаешь, что это такое. Тут, может, шершни какие-нибудь живут. Кто здесь живет? О! Пчелы должны жить в таком месте. Или шершни, или пчелы. Ох, ну его нафиг. Это да. Но кто-то здесь по-любому живет. Еще весна, может быть, не заселились. Скорее всего, здесь в таком месте шершни будут жить, ребята. Фух, а шершни — это просто жуткая вещь. Такие опасные, ну их нафиг. Я боюсь шершни. Пчел, ось, шершни очень боюсь. Фобия у меня. И меня два, кажется, укусили, или один в ладонь. Вот это листья капустные прикладывал всю неделю. Рука как барабан. Ну что, у нас находочка. Это у нас что-то такое непонятное. По-моему, друзья, это какая-то современщина. Потому что вижу я вот нитки. И по самой форме видно, что это, друзья, что-то не древнее. Короче говоря, какая-то современщина обычная. Ну, друзья, прикол. Ходячка выскочила. Посмотрите, выскочила ходячка впервые. Сколько вот хожу по всяким таким местам, да, полям, лесам, и чтобы ходячка выскочила. Я вначале думал, лид. Нифига, это 1 евро. 1 еврик, совсем недавняя ходячка. Кто-то потерял. И вот, смотрите, что рядом лежит еще. Какая прикольная штучка. О, какой страшный, а. Какой же он страшный, этот самый, как его называют, майский жук, личинка майского жука. Странно, что она еще не вылупилась. Она кусается или нет, интересно? Ну, давай, кусай меня за нос. Ну. О, блин, смотри, как клешню растопырила. Ну, я и чудо, ребята.
Долблю лопатой, долблю. Слышно было, что сигнал такой мощный-мощный был. Ну, думаю, какой такой большой кусок железа, надо его выковыривать там. Смотрите, вы только посмотрите. Видите, что я наделал лопатой? Не, ну ты индеец. Это яйца. Яйца немецкие, гранаты. Офигеть можно. Вот оно еще, ну вот даже, вот. Отвалилось это самое, взрыватель отвалился. Вон кольцо, смотрите, ребят. Кольцо, видите? Вот оно, взрыватель. Так, пока здесь положим. Ё-моё. Еще что-то лежит где-то. А вот еще одна, смотрите. Вот она. Еще одна. Яйцо. Трындец, блин. Ну вот, получилось целых 5 гранат, друзья. Не знаю, куда мне их девать. Там внизу болото есть. Наверное, пойду в болото и утоплю их. Чпок. 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 Ну, теперь я буду спать спокойно. На такое вот вышло интересное место. Видно, что деревья явно высажены в один ряд. Сейчас буду здесь бегать, но, к сожалению, здесь пахали. И вот кусок плуга мне уже попался. Лемеха здоровый. Камни сгребали, скорее всего, был какой-то фундамент. Ничего себе, ребята, смотрю, что-то проглядывается такое сквозь деревья. Вот это да! Здесь сарай, скорее всего, хлеб какой-то стоял, здесь сарай. Ничего себе, байда какая! Вот это да! Прикол, прямо в лесу, а? Створки были, ворота сделаны. Интересное местечко, но мне кажется, что оно бестолковое. Что это такое, знаете, типа... Ранняя советчина. Думаю, да. И вон еще животное какое-то там поселилось. Вон там что-то было. Фундаменты везде. Конечно, побегаю, посмотрю сейчас. Нормально так вообще. Такая арочка. А вот и старый колодец. Вот такой вот зарастет, ребята, травой. И можно провалиться, как нифиг делать. Представляете? В такой вот уйти. Доски уже полностью сгнили. Толку даже никакого нет. Наступишь и все, и уйдешь. Вот так бы трава повыше стояла. Вот оттуда идешь, наступил и пошел туда. Все. Как оттуда выбраться, хрен его знает. Там вон тритон плавает, ребята. Вы не увидите. Но я вижу точно тритон. Я вижу тритона и ни одного причем. Посмотрите, друзья, я одного тритончика выловил с колодца. Посмотрите, какой он смешной, с желтым пузиком. Там их в колодце целая куча, вон я вижу, плавает. Выскочила монетка, но, к сожалению, советская, поздняя, 1970 год. Вот видно, что здесь дорога старая проходила. Ну какая старая, ничего не старая. Скорее всего, какая-нибудь советская дорога и была. Видите, деревья высажены. Короче, тут явно такие постройки были... Послевоенные. Я более чем уверен, что это после войны. Люди пришли, кушать нечего, вообще денег нету, просто нищие после войны, все измученные. Обосновались здесь, что-то как-то жили и прожили там 10 лет, 10, 20, 30, может, максимум. И все, и опять что-то случилось. Короче говоря, потому что находок видно, что вообще просто нету. Лажа вот как всякая вылазит и все. Еще один дом заброшенный стоит. Советская бочка. Валяется рядом, без днища, заросли кругом и очень много хлама. Даже не знаю, куда податься мне. Что такое еще? Лажа какая-то. А вот и погреб был. Хранилище для картошки, для овощей и для всякой другой ерунды. Какое старое крыло, ребята, смотрите, наверное, от какого-то мотоцикла. Вот здесь вот вставлялся этот самый фонарь задний. Сгнило, короче говоря, полностью ушло. Ну что, пора немного перекусить. Взял с собой рыбки. Покушаю рыбки немножко и пойду опять в бой. И все будет нормально. И все будет хорошо. Сразу в одном месте вот такие вот попались две крупнокалиберные пули. Скорее всего, на лося, на кабана, даже, возможно, что на медведя. Смотрите, какое место красивое, друзья. Река течет. Старая-старая. Такая уже вся заросшая. Сейчас вдоль этой речки мы и походим. Как всегда, подковка. Ставим ее вот сюда вот. На счастье. Смотрите, друзья, какая находочка интересная. Это древний нож. Старый-старый нож. Кованый, говорю тихо, потому что рядом уже трасса проходит и кричать не хочется. То есть могут и люди ходить, и все что угодно.
Ну, нож очень древний, ребята. Видно, вот так он сделан, как сказать, еще коряво выкованный нож. Звенел хорошо, потому что кованный. Тихонечко, главное все делать тихонечко, ребята. Не надо шуметь пока что. Есть, есть. Ребята, мой первый наконечник. Я нашел свой первый наконечник стрелы. Вот такой узенький, маленький, кончик, правда, обломан. Сама стрела целая, обломана то место, где он крепится к дереву, короче говоря. Не знаю, как это называется, но я, короче... Кто ты такой? Это, короче, мой первый наконечник, ребята. Я вообще ни разу их не находил. Сука, хожу. Первый наконечник выскочил. Вот, смотрите, ребята. Сейчас начинается, покажу сопутки. Вы видели нож? Только что поднял. Вот он нож, видите, старый, кованный. Вот такая вот штучка была. Тоже что-то такое непонятное, старое, видно, он лежал очень-очень глубоко, сигнал был слабый, железный. И только что, ребята, сверху, смотрите, это наконечник стрелы. 100%, ребята, что это наконечник, видите, старый наконечник. Вот так вот он сигналил, вот так вот с этим вот сигналом. Блин, трындец, такой обломан у него вот эта вот фигня, она должна быть чуть подлиннее, вот это само крепление. А сам наконечник, сам кончик, вон. Целенький, друзья, целенький. Ой, блин, смотрите на нем, какая уже это самая, видите, ржавчина за 1000 лет образовалась. Такая вот нарост ржавчины, и вот с этой стороны тоже нарост появился. Так как, ребята, я нахожу первый раз наконечник, это мой первый. Танец, я должен сделать танец. Танцуют все. Немножко промыть спиртиком. Посмотрим. Ох ты, красавец какой. Смотрите, ребята, вот он. Красавец. А вот, друзья, еще один наконечник. Но это уже наконечник патрона. Сама пуля, короче говоря, пуля дура. Вон, я даже машину свою вижу, вон она стоит. Динь-динь-динь-динь. Издалека увидел, думаю, что за фигня такая, ребята, стоит. Кто тут одежду нацепил? Что это такое вообще? Тут столб. Столб этот самый, как его, бетонный. И на бетонный столб кто-то навешал каких-то тряпок. Ясно. Все, ребята, закругляюсь на сегодня. Хватит копать. У меня уже батарея, ну, можно сказать, что уже села на металлоискатель. Так что подводим наш небольшой итог. Сегодня была хорошая находка, я доволен, я счастлив. Смотрим, короче, что говорят, что мы накопали. Так, начинаем смотреть, что у нас тут есть. О, цвет медный разобрать, это у нас поясок. Забираемся, видите, медях от этого бронза, скорее всего, болт бронзовый. Медные всякие там эти проволочки, тоже заберу обязательно цвет мед. Пачка сигаретная. Пробки разные, шмопки, проволока алюминиевая, ну и вся коллаж. Вот пули были такие вот, две штуки я вам показывал. Были здоровые, это охотничьи. Такая вот шрапнель, наверное. Нет, это, наверное, пуля. Ладно, тоже заберу, так уж и быть. Так, по этим находкам ножичек старый, кованый, такой вот обломанный. Такая тоже штучка, глубоко лежала, что-то старое, древнее, кованное. Две пули таких, конинка медная.
Еврик сегодня прикол попался, 1 евро, 2 копейки 70-го года. Вот такая штучка с каких-то, наверное, с каких-то джинсов, скорее всего, ну, с какой-то одежды современной. И мега находка, а лучше ложка была, ребята. Ложка-вилка немецкая, но, к сожалению, железная, и она полностью ушедшая. Вот наконечник, это, конечно, зачет. Конечно, он древний, там немножко заржавевший есть, но, тем не менее, это, ребята, это старина. Вот такую вещь берешь... Взял, кривая рука, уронил уже. Такую вещь берешь в руки, это же, не знаю, ну, приятно, ощущается какая-то история. Представьте, ходил такой человек, да, там, 1000 лет назад, древний, там, может, больше 1000 лет назад, с луком, там, стрелял по животным, там, может, какая-то битва небольшая была. Все равно интересно, всегда такие вещи интересны, это история. Да-да, сегодня мне еще удалось накопать вот столько вот железа, ребята. Вот такая вот штучка какой-то, кран непонятный. Вот такой распредвал, что ли, как он там называется. Темно здесь, наверное, да, в машине. Вот такая вот шняга железная, тяжелая. На металлолом пойдет. Такая вот тоже байда, кольцо какое-то. Тут тоже что-то домкрата, что ли, не могу понять. Ну, короче, килограмм 10 железа так точно будет. Надо забирать понемножку и железо, чего так особо оставлять. Есть возможность, мой багажник кинул. Пособирал, потом и хоп, и денежку получил. Вы были на канале «В поиске кладов с Серегой», и на сегодня все, друзья. Пока. Монеты я ищу, хожу я по лесам. Короче говоря, все можешь видеть сам. Болото я упал, но это не беда. Зато находки есть на копе, как всегда. А я балдею, мам, не верю я глазам.